Ангарск готовится к 65-летию. Накануне юбилея в городе приводятся в порядок здания, улицы и парки. Сейчас подрядная организация приступила к ремонту Ангарских ворот, что расположены в центре на улице Ленина. Архитектурная композиция является одним из ангарских символов. По словам работников строительной организации, колонны оштукатурят и покрасят. Ремонт должны закончить до 20 октября.